Что сейчас происходит, показывает нам, кто реально руководил процессом изначально. Но на первых шагах Соединенные Штаты предпочитали держаться в тени. В определенной степени интересы США и их европейских партнеров совпадали, поскольку Евросоюз в лице Еврокомиссии хотел заключить известные соглашения с Украиной на невыгодных, я полагаю, условиях для Украины. Прежнее правительство с этим пыталось бороться, сопротивляться, но, как известно, я уже об этом сказал тоже, западное сообщество пошло по другому сценарию, реализовало другой сценарий, силовой сценарий, конституционный переворот, антиконституционный переворот, вооруженный захват власти, не думая, видимо, и не просчитывая, к чему это реально может привести. Кому-то это понравилось, кто-то это поддержал, и, наверное, немало людей на Украине поддержало, мы это видим, но большому количеству это не нравится. И они не согласны с такой формой смены власти. Ничего здесь демократического, кстати говоря, нет. Но нужно считаться с этими людьми. Нужно уважать их законные права. И то, что сейчас Соединенные Штаты вышли на первую позицию в разрешении этих кризисных явлений, говорит о том, что они изначально этот процесс возглавляли. Просто сейчас они проявились в качестве лидеров всего этого. В 1914 году, господин президент, Украина была частью Австрии. И что это должно означать? Какие у вас предложения? Это означает, что Украина сегодня, 100 лет спустя... Я уже боюсь дальше вас слушать. Что вы скажете? Президент Палаты экономики Австрии в итоге закончил свою мысль словами, что Россия и Европа имеют общие интересы на Украине экономического и культурного характера.